Экскурсия на Курган Славы в преддверии Дня Великой Победы – это традиционное мероприятие в детском саду «Дюймовочка». Детей познакомили с историей образования Десногорского мемориала и рассказали о том, кто захоронен у подножия. Это чьи-то были сыновья, чьи-то мужья, братья. Но ни одного имени так и не удалось установить. Но останки все захоронены с почестями, со славой. И каждый год сюда приходят люди, приносят цветы и вспоминают. В память о страшных военных годах и в благодарность воинам-освободителям ребята прочитали стихи, исполнили военные песни и возложили цветы. Сейчас многие не только традиции, но и память как-то стирается, забывается. Мы не можем этого допустить. И поэтому, вложив частичку нашей души, частичку того, что мы помним, когда-то где-то все равно, пусть дети повзрослеют, но они не забудут. Той пусть маленькой частички, но вот этой памяти, памяти того, как мы сейчас живем и кто нам подарил жизнь. Завершилась экскурсия обедом с настоящей солдатской кашей и сухарями.